Ну, ребята уже много всего интересного рассказали про боевые биконы. Я сейчас на практике покажу, как взаимодействовать с ними с мобильного приложения. Я все примеры буду рассматривать в контексте одного приложения, поэтому хотелось бы немножко про приложение рассказать. Приложение называется PZero, оно появилось в App Store где-то неделю назад. Суть этого приложения заключается в том, что это мессенджер с трекингом локации, то есть в любой момент времени вы можете видеть, где ваши собеседники находятся на карте. Это очень удобно, вот мы когда, допустим, ездили с компанией на пикник, не нужно звонить каждому, каждые 5 минут спрашивать, где вы, можно посмотреть, что там кто-то стоит в пробке, кто-то зашел в магазин и так далее. Но помимо удобства, еще, точнее вообще, цель этого приложения — это безопасность. То есть в приложении есть тревожная кнопка, если вы чувствуете, что с вами случилась какая-то беда, вы нажимаете эту кнопку, и всем в чате, людям рассылается сообщение о том, что с вами что-то случилось. Ну, то есть вот три основные вещи этого приложения — это чат, трекинг локации и тревожная кнопка. И мы решили сделать небольшой концепт, два, точнее, даже концепта. Первый — это то, что определение местоположения по GPS может быть неточным, особенно если вы находитесь в здании. И поэтому можно с помощью биконов определять ваше местоположение более точно. То есть целевая аудитория этого приложения — подростки, и если натыкаетесь таких биконов ну, где-нибудь в барах или в других местах тусовки молодежи, то можно определять местоположение не в радиусе какого-то, в радиусе точности GPS, а с точностью до какого-то здания или даже комнаты в здании. И второй концепт — это сделать эту тревожную кнопку, про которую я говорил ранее, в виде какого-то девайса. Собственно, давайте теперь рассмотрим, как это сделать с помощью, с точки зрения кода. Я буду рассказывать на примере Swift'а. Ну, если кто Swift не знает, можете не пугаться, потому что для всех языков поведение приблизительно одинаково. Вы получаете ссылку на какой-то менеджер, задаете какие-то условия, и вам вызываются какие-то дергаются, какие-то callback'и. Это все, что вам нужно знать. То есть для начала поиск биконов. С точки зрения iOS вам не нужно никаких, если вы берете именно iBeacon, вам не нужно никаких библиотек, вам не нужно даже напрямую взаимодействовать с Bluetooth, вам достаточно взаимодействовать с Square Location Framework. Location Manager из этого фреймворка позволяет вам искать некоторые регионы, то есть как раз Bluetooth — это не одна точка какая-то, а целая область, регион. То есть вы задаете регион с помощью такого классика, в котором передаете интересующие вас UID бикона. И начинаете искать бикон. В тот момент, когда у вас какой-то регион найдется, вам дернется делегатный метод соответствующий. Я дальше называю делегатные методы, будут callback'ами для простоты. То есть, и поэтому внутри этого метода вы можете понять, зашли вы в этот регион или покинули. Если вы зашли в этот регион, вы начинаете процедуру ранжирования биконов внутри этого региона. То есть, допустим, в одной комнате может находиться несколько биконов с одинаковым уидом. И тогда вы можете понять к какому бикону вы находитесь ближе всего, чтобы определить вашу локацию более точно. Ну, то есть с помощью такого хитрого кода. Ссылочка на есть, в принципе, внизу слайда. Если вопросов нет, можно двигаться дальше. Есть вопросы? Нет? Дальше поиск DLL устройств и взаимодействие с ними. Оно делится на два этапа. Это обнаружение устройства и подсоединение к нему. И второй этап — это уже непосредственно взаимодействие. Под взаимодействием подразумевается то, что каждое устройство обладает каким-то набором каких-то сервисов. И когда происходит изменение каких-то данных внутри сервисов, происходит изменение так называемых характеристик. То есть все, что вам нужно, чтобы
получать данные от DLE устройства, это ну, следить за и их характеристиками. То есть, как это сделать? Здесь вам понадобится Core Bluetooth Framework. Вы также получаете ссылку на менеджер, задаете условия, какие вам необходимы. В данном случае мы ищем устройства, у которых есть нужный нам сервис. Начинаем сканировать устройство. В тот момент, когда устройство будет найдено, мы к нему коннектимся. И в тот момент, когда мы к нему приконнектились, дернется соответствующий callback. И в этот момент мы можем делать различные вещи, но мы начинаем искать все сервисы, которые это устройство обладает, и подписываемся, начинаем искать, какие характеристики есть у этого устройства. И в тот момент, когда мы нашли необходимую характеристику, мы просто подписываемся на ее изменения. Ну, на самом деле здесь можно сделать несколько вещей. Например, просто вычитать характеристику, записать значение в эту характеристику, если это устройство это позволяет. Но нам нужно подписаться на изменение значения характеристики. И в тот момент, когда она изменится, она обернется соответствующий callback. Собственно, ничего сложного. Ну, тут, конечно, нет обработки ошибок, но, в принципе, довольно просто. Тут вопросы какие-то есть? Тогда давайте рассмотрим это немножко на примере. Вопрос. Можно, я хочу все укладываться в голове. Можно попытаться найти уик, который ты не ожидаешь, да? Или ты себя подписываешься на конкретный? На конкретный. То есть нельзя пиканы сканировать вокруг просто без знания их уида. Наверное, можно. На Android это самое там. Там можно, да? А в iOS это. В iOS нельзя. В Android не могу. Хорошо, давайте сейчас. Найти уточку. Колбасит что-то его. Сейчас перезапустим, секундочку. Бета-версия. А где такая операционка стоит? То есть вот у нас приложение. Здесь список чатиков называется кругами, то есть мы можем зайти в какой-то круг, чатик, увидеть тех людей, которые являются членами этого чатика на карте, и непосредственно зайти в чатик. Сейчас я покажу, как это работает с биконами. То есть так вот выглядит бикон. Мы его немножко раскорочили, чтобы поменять батарейку. Сейчас мы сымитируем состояние такое, что мы зашли в зону действия какого-то бикона. Включаем. Будет небольшая задержка, потому что, ну, во-первых, сначала телефон должен определить, найти бикон, затем определить его мажор-минор версии, послать их на сервер, и только после этого придет сообщение от сервера. То есть вот пришло сообщение, что я
попал в зону действия, попал в этот бикон. Теперь давайте сымитируем состояние, что мы вышли из зоны этого бикона, просто выключил батарейку. И должно прийти соответствующее сообщение. Вот оно пришло. И второй концепт – это вот кнопка. Немножко на коленке собрана, поэтому выглядит не особо презентабельно, но главное – ее поведение. То есть сейчас я покажу софтверную кнопку. То есть у нас есть возможность включить состояние так называемой комгетми, оно означает, что я попал в беду. И, соответственно, на карте у меня появился соответствующий индикатор, что со мной что-то не так, значит, мне нужна помощь. Ну, это сообщение. Состояние можно легко отключить. И теперь давайте посмотрим, что будет, если мы нажмем эту кнопку. Ну, для начала к ним нужно подключиться. Теперь попробуем нажать. Вот, случилось сообщение. Состояние конкретно, собственно. Вот так вот происходит взаимодействие с биконами и белыми устройствами на iOS. Все, спасибо за внимание. То есть по кнопке вы меняете мажорную или минорную часть, да? Нет. А что именно по кнопке делать? Я имею в виду по физической кнопке, она же у вас пикнула последняя. Нет. А, вот тоже? Да. У меня вопрос есть? У меня вопрос, вот, как бы, концепция интересная, но насколько я так легко можно скомпьютировать, можно забрать, просканировать CVE и лимитировать наличие бикона без проблем, то вся система может быть очень легко скомпрометирована. Хороший вопрос. В каком случае это нужно было? Но в контексте этого приложения я вижу, что такое может быть, то есть только если вы какой-то маньяк и хотите похитить человека, и чтобы я якобы он находился в другом. Нет, если это маньяка, то нормально же. Элементарно, твоя девушка в этой группе, ты не хочешь, чтобы ты знал, что не хочешь здесь. Да, девушку можно обмануть очень легко. На самом деле тут... На самом деле в приложении вообще можно выключить. В принципе, location tracking, если вы не хотите, чтобы за вами следили. Так что... Панацея. Ну, как концепт, хорошо, спасибо. Ну и насколько я понимаю, локация даже без серфана включается. Можно просто биконом контекст привязывать, а конкретную точку тоже можно зацепить. Здесь больше, наверное, какой-то Linux решение. Все, спасибо. Спасибо большое.